18 мая Ким Кардашьян опубликовала фотографию, представленную в виде скриншота переписки. В первом сообщении снимок младенца в кроватке, а во втором текст. Телезвезда рассказала, что с появлением четвертого ребенка семья стала безмерно благословлена. Кроме того, к записи селебрити прикрепила комментарий, в котором поделилась именем новорожденного. Канье Уэст и его возлюбленные решили назвать сына Псалм. Слухи о том, что Ким и Канье в четвертый раз станут родителями, пресса начала обсуждать в начале 2019 года. Неделю спустя зрители шоу Энди Коэна первыми узнали официальную информацию. Ким с Канье ждут появления еще одного малыша. Однако самих многодетных родителей в эфире программы не было. Как объяснила ведущая шоу Эллен Дидженерис, изначально они должны были прийти, но, как выяснилось, пара присутствовала при рождении своего чада. О рождении четвертого малыша Ким Кардашьян рассказала на своей страничке в социальной сети. «Он здесь, и он идеальный», написала счастливая мать. Ким и Канье с детьми фото в социальной сети, как и в прошлом году. Малыша для пары выносила суррогатная мать. Такое решение было принято, потому что Ким Кардашьян перенесла уже две тяжелые беременности и, несмотря на большое желание стать мамой самостоятельно, больше не решается вынашивать детей. После появления на свет Сейнта врачи предупредили Кардашьян, что дальнейшие беременности будут представлять угрозу ее жизни и здоровью. Ким Кардашьян и ее супруг, рэпер Канье Уэст, также воспитывают дочь Норт, которой сейчас 5, трехлетнего сына Сейнта и годовалую Чикаго. Класс Пост 626 482 подписчика.